Девчонки, мальчишки, всем привет! С вами Оля. Сегодня, наверное, мое видео будет больше для девчонок, потому что, как вы, наверное, уже поняли, хочу похвастаться своими покупочками с сайта La Moda. К лету прикупила себе пару вещичек и хочу вам про них показать, рассказать, попробовать такой стиль вещания на YouTube. Ни разу не пробовала, не знаю, будет вам интересно или нет, но, по крайней мере, я это сделаю. Да, сейчас я вам покажу, расскажу вблизи и также померю, попрыгаю тут перед вами, покажу себя в полный рост, посмотрим, получится у меня это или нет, так что давайте попробуем. Первое, что я вам хочу показать, это вот такая яркая летняя кофточка с таким принтом, она трикотажная, но очень легкая, очень такая... Но она не прозрачная, но очень легкая, воздушная. То есть летом вам не жарко не будет. Рукавчики такие приспущенные. Она мне чуть-чуть великовата, но я ее ношу так, как бы в свободном стиле, с какими-нибудь джинсами или брюками. То есть это больше такая блузка даже, можно сказать. Очень мне нравится этот вот яркий принт. Такое прям пятно. Сама она вся чисто белая. Чисто такой белый трикотаж. Очень интересная, очень красивая, нравится на лето ее носить. Ну, в принципе, можно даже и не на лето, если, например, на работу с каким-то пиджачком или кардиганом, тоже будет очень прикольно. Дальше хочу показать такие вот брючки ярко-кораллового цвета, как раз вот с той кофточкой я их очень любила сочетать. Это с таким кожаным ремешком. Они где-то наполовину хлопковые, наполовину из полиамида с эластаном. То есть они такие тянучие брючки, но со стрелками. То есть их все равно как бы надо гладить. Они не в облипку сидят, а такими брючками. Здесь сверху так маленько хулиганско, потому что такие вот, как их сказать там, зажимы, защипы, прищипы. Кармашки. Сзади кармашков нет. Всю примерю, покажу. Очень мне нравится. Как раз вот с той кофточкой. Ну, в принципе, даже с белой майкой их можно. И с каблуками, и с какими-то кедиками. То есть они такие стиль совершенно повседневный. Как наденешь. Наденешь повседневно, наденешь, может быть, и нарядно. Следующие вот такие брючки, прям цвет, я не знаю, насколько его передает камера, а там, по-моему, они такие изумруды, на самом деле они ярко-голубого цвета. Я вам все ссылочки оставлю, все, где покупала, расскажу. Я их уже один раз одевала, поэтому они уже чуть мятенькие, потому что они очень-очень тонкие. Это, скорее всего, вискоза, наверное. Здесь такой вот принт, прикольный рисунок. То есть они прям воздушные, они, скорее всего, будут, ну, как бы на вас... мятенько сидеть, но это их такой стиль. То есть они практически такие на сильную жару, если не хотите оголять ноги, чтобы у вас там ветерок, да, колыхался между этими штанинами, они чуть-чуть даже как маленечко с холодцой холодят. Сзади. Такие карманы, ну они, по-моему, обманы, или их надо распороть, я не знаю, я не стала. И сверху они тоже с такими вот прищипами, то есть тоже такой маленький хулиганский стиль. Вот, очень мне нравится. Они не в пол, они чуть-чуть коротковаты, то есть как бы такие капри, что ли. Вот, очень прикольные, прям вот супер, я рада. Я их так давно искала, вот такой манеры штанишки. Вот, купила, нашла. Следующая вещичка просто покорила меня своей необычным дизайном, необычной формой. Это такая вот туничка. Она чуть-чуть мятенькая, потому что она еще новая, еще даже с биркой. Я ее еще ни разу не надевала. Здесь как бы дырки под рукава, здесь все зашито. Вот эта резинка, она у вас на животе.
Можно, в принципе, даже и на пониже натянуть. То есть это будет даже как мини-платье. Меня уж совсем там в темноте не видно, да, от таких ярких принтов. Но к телу очень приятный, тоже такой прохладный эффект создает. А что-то атласное, может быть, это атлас? Я не знаю. Может быть, искусственный атлас есть такое, не знаю понятие. Атласная она. Она как атласная, такая мягкая, приятная к телу. Прикольная очень вещичка. Покажу вам на себе. Прям вот очень необычная такая. Ни разу я не видела таких вот балахончиков. Но смотрится она очень аккуратно. Как обычно у нас помощники. Давайте так, загородим помощника и покажем новую кофточку. Я вообще обожаю блузочки такого формата. Она просто невесомая. Она просто прозрачная, вся невесомая. Это, скорее всего, тоже вискоза. На лето. Вот, я очень обожаю такие вот, как бы сказать, блузочки. Вот раньше, когда я работала, я просто не вылазила из таких блузочек. И сейчас, в принципе, когда не хочется какой-то спорти стайл надевать на себя, даже вот идя гулять с ребенком, одеваешь вот любые штанишки, которые я вам показала, либо джинсы даже, либо шорты джинсовые, и вот такую блузочку, и вы просто как бабочка такая летняя порхаете. Тут вот такие рукавчики просто невесомые. Она на резиночке приталенная, резиночка вам будет где-то в районе пупка. То есть вот такая юбочка. Очень мне нравится. Мне кажется, еще можно штук 5 таких разных купить, благо они не совсем, ну, не очень дорогие. Вот, я уже ее тоже пару раз поносила. Думаю, я буду часто очень в нее влазить летом. Вот. Thank you.